в этом видео на канале Олисан. А у меня здесь девочки открыли маникюрный салон. Работай, налоги считай, Женя. Ты бы тоже прошу, ну надергай стол. Как оно? Погода, смотри, какой хороший погода. Something very fast. She say it. She like it when fast video. Я надавила? Да. Это ужасная пищевая помада. Женя! Нет! Наверное, я кушать не буду. Считаю, короче, налоги. Как всегда, обложился бумагами. А у меня здесь девочки открыли маникюрный салон. Оля, у тебя во лбу лапочка горит. Не страшно. Какие-то магнитные лаки. Смотри, вина якось так знизу, с поднизу брала. Получается круг сейчас? Что там происходит? Вообще непонятно. Вау! Прикольно. Я здесь вижу, оно переливается. Может так вот сверху проводить, оно как раз кверху, видишь, вот такое заблестело. Там можно и круг сделать, мне надо собрать все на ногте. Там вот здесь вот такая вот студия. Вот здесь вот фен, вот здесь вот фреза. Вот здесь вот лампочка. Девушка, обратите меня, пожалуйста, на мои ногтики. Сколько берете за маникюр? $700. Сколько? Ого, я буду вот с такими тогда ходить. Я подрезу лучше. Да? Вполне красиво. Хочем слушать. И она, кстати, знаешь, как я очень сильно. Базы, камуфляжные базы с блестками. Внимание, открываются секреты, как правильно делать маникюр. Сидим тихонечко в засаде и наблюдаем. Работай, налоги считай, Женя. Потом, ну, вечером придешь, я ничего не сделала. Тебе 2 дня осталось. Тебе до 30 января надо все сделать, Жень. Женек. Сделай кусь-кусь. Какой кусь-кусь? Вот так. Кусь-кусь. Кусь-кусь. Женька, блин, я не знаю, что тебе. А, вот страшно. Ай, горячий. Это все мне. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Что-то неладно с поставкой новостей на мировой рынок. США объявили номинантов на Оскар. Итак, время пришло. Женечка, я тебя тоже прошу, ну надергай стол. Вот так проходят наши дни, когда мы не ходим по ресторанам, когда мы не ходим делать гриль, когда мы не гуляем. Я уже вторую неделю, по-моему, сижу, считаю эти налоги. Знаешь, почему ты считаешь вторую неделю? Почему? Потому что ты во время того, как считаешь, играешь на телефоне. Я раскрыла все твои секреты. Твои секреты. Женька. А? Нам надо на десерт еще какой-то купить. На какие десерты? И чё? На тортик и на пару. Какой тортик? На день рождения будем делать тортик. А у меня будет день рождения? Если ты меня не удурил, то да. Я тебе дам, ну, как оно? Погода, смотри, какая хорошая погода. Солнце светит, дождя нет, ночки гуляю. Внучки? Там... Ночки. Особенно твои. А я руками ходить. Хорошо, еще найду. Торговый центр Florida Mall. Это суперрегиональный закрытый торговый центр, расположенный к югу от Орландо, штат Флорида. Я надавила? Да. А мне уже наступает? Да. Наверное, вес. Снизу, снизу. Лицо вниз. А, я здесь. Я все еще здесь. Something very fast. She say she like it when fast video. Все хорошо. Держись, да. Как тебе? Little scared. She very like it. Все, что ты?
Да, такие красные щечки. Да, и лоб. Как ощущение, девочка? Мне понравилось. Только надавила щечки. Посмотрите, какие красные ноги. Можно было бы сходить еще раз, но тебе просто для интереса. Ну, прикольно, мне нравится. Классно было бы, если бы были сейчас спецэффекты какие-то, знаешь, когда там бы дождь, там снег, не знаю, еще какая-то фигня. Я был в таком аттракционе, там, где ты еще одеваешь наушники, и не слышишь вообще, как чисто в игре все. Я была. Там прикольно. Там классно, да. Что тут сделалось? Лобничная помада? Да нет, сам цвет. Оля, а что мы здесь делаем? Успокойся, не психуй. Ты танцуешь? Что именно ты ищешь? Оки-доки. Это знаешь, что был? Это был чувак, который слишком много провел времени в этом магазине. Ну, спросила и не показала, что это было. Это тушь. Такой маленький. Ну, для, да. А, коротыш. И, кстати, очень классная кисточка. И очередь на кассу. Это тесто. А можно это попробовать, если мне рисовать что-то? Ужасная пшеничная помада. Как ее вообще продают? Вот это очень красиво. Какой карандашик, Женя! Прикольно. Ой, здесь написано Анастасия. Где-то руки положили. Спонжик для макияжа. Тональку намазывай. А это сумочка для спонжика для макияжа. Оп, смотри, какая прелесть. Тут же спонжик есть. Тут есть специальная штучка для умывания и спонжик для макияжа. А для подписчика разыгрываешь? Слышал? Для подписчика это надо разыграть. Пиши в комментариях, хочешь ли ты такую штучку. Берем? Нет. Ты что-то купила себе в магазине? Нет. Что это за магазин такой? Магазин женской косметики. Короче, мужчинам туда вот. Платный, да? Да. Если мужчина туда заходит, он должен дать карточку. Жене, да. Девушке, дорогой, конечно, да. Бабушке, конечно, внучке, ребенку, девочке, дочке, всем. Главное, своим родственникам. Как пожелаешь. Мы купили карандашик для губ невероятно красивого цвета. Мне подошел идеально. Я сегодня накрашусь и буду ходить смотреть на тебя, делать губки уточкой. Да. Ты моя звездочка. Какая звездочка. Смотрите, какой ужин приготовила моя Олечка. Лосось, запеченный в духовочке, макарошки для пасты от Олечки и салатик. Для пасты, макароны вареные. Для пасты. Мне можно уже приступить к еде или подождать еще? Я их просовыла. Забылась, наверное. Наверное, я кушать не буду. Ну-ну. Это шантаж? Мне кажется, голодным остался только этот кот. Я его сейчас на шампур насажу. Добрая девочка. Будешь чашлик с котейки? Нет, это ж кролик. У нас когда-то кот был маленький. Знаешь, как мы его назвали? Котейка. Нет, не шашлык. Нет, котейка. У нас было три кота. Один кот, так и звали. Кот. И он бежал. Один котейка. А второй не помню. Но когда мы выходили во двор, мы просто кричали «Коты!» Они все сбегались. Когда другие звали, они же не шли. А вот именно «Коты» или «Кот-котейка» они бежали. А, полосочка был, полосатый. Прикольно. Ну, он тоже на кота берет. Накушался? Да. Я помою, иди придевайся. Спасибо вам за просмотр.